ты упомянул своих учеников. А кто, да. Что у тебя за ученики? А мне, я когда жил в Париже, так. Мне все олигархи давали своих сыновей на воспитание. Угу. Молодых парней, которые учились в Лондоне. А я живу в Париже. Понимаешь? Они мне давали на воспитание, на месяц присылают в Париж, чтобы я их показал город, познакомил с девушками, обучил жизни, как вот нужно, как молодой парень должен ориентироваться с девушками. Что если он, я ему объяснял, вот видишь, красавица девушка, вот если ты влюбишься в нее, да, она будет тобой манипулировать. Я сыну говорю, олигарха, ты должен быть сильный. Понимаешь, тебе папа доверит империю в 5 миллиардов долларов, понимаешь? А тёлка будет тобой манипулировать. Ты, не, ты должен быть сильный. А он говорит, а как, дядя Петя, я стану сильным? Дядя Петя, как? Как я стану сильным? Я говорю, вот я тебя с ней познакомлю, ты общайся с ней. Да? Он говорит, она такая красивая, у меня руки дрожат. Пообщайся с ней, а вечером придешь ко мне, расскажешь свои впечатления, и я тебе скажу, как себя вести. То есть они проходили школу со мной суперкрасивых девушек. Знаешь, как вот, чтобы они могли пройти это испытание. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».